Ситуация по коронавирусу на сегодня. В Украине зарегистрировано уже 669 случаев заражения, 17 смертельных. За последние сутки выявлено 120 случаев. Это практически в два раза больше, чем за предыдущий день. По Донецкой области статистика не поменялась. Нет случаев заражения и в городе Покровске. На самоизоляции находятся 79 жителей города Покровска, Родинска и Шевченко. 10 нарушили правила самоизоляции. Информация по ним передана в полицию. Продолжает работать медицинский штаб. Занимаются поиском необходимого медицинского оборудования. Особое внимание аппаратам искусственной вентиляции легких. На данный момент заключены договора на поставку 4 новых аппаратов ИВЛ. Проведена встреча с руководителем швейной фабрики города Покровска. Обсудили возможность пошива медицинских масок, халатов, бахил, комбинезонов для защиты наших медиков. Такая возможность есть. Вопрос в сырье. На данный момент руководитель занимается его поиском. Сейчас много людей теряют доход, теряют работу. Проведена встреча с руководителем Центра занятости. Обсудили расширенные возможности фонда во время карантина. Это и сокращение срока назначения пособий безработным, а также компенсация предпринимателям, которые сохранили рабочие места на время карантина. С завтрашнего дня начинает работу служба психологической поддержки для тех, кто находится в самоизоляции, одинок, для всех, кто нуждается в поддержке. Задействованы 25 психологов, в том числе волонтеры нашего города. Заявки принимаются в контактном центре. Уважаемые жители, городские службы работают, медики готовятся. За нами соблюдение карантина. Чем ответственнее и дисциплинированнее мы будем, тем быстрее вернемся к привычной жизни. Будьте здоровы!